Надолго ж я вернусь. Ты нас убежал. Вашему эскадрону приказано прикрывать отступление. Понятно. Езжай. Он у них самый главный. Выставить на окраине пулемет. Есть. Как другой пулемет? Чинят. Поторопи. Есть. Дядя, это вы отступаете? Воюем. И долго думала, нашла, что спрашивать. Ведь это тайна. Ну что ж, такое дело вышло. Надо. Ничего, мы ненадолго. А вы, ребята, держитесь. Мы скоро вернемся. Мороз! Йоу! Дядя, а с кем вы теперь воюете? Опять с Деникиным или с немцами? Товарищ командир, приказано было явиться? Вот что, Мороз, нужно детям муки достать. Ты ведь села знаешь. Я покажу. Я, правда, из соседнего села, да и здешних тоже знаю. Сколько? Ну, сколько эту чанку взвалишь? Есть, товарищ командир, раз хватаю. Товарищ
Пущи! У бубыря? Поздно и у бубыря. Хлеба у него, задом не перетаскай. Да я. Миська, ты совсем едешь? А ты думала? А я сегодня видела двое, такие как ты, на пулеметной тачанке. Кругом у них пули, бомбы, со звездами. Настоящие герои, так и я. И мы со Статиком, подумаешь, задача. И тоже пулеметчиками. А как же? А! Урка! Что? И вот вас, забирайте свои манатки! Подержи! А ну, подойди! А ну, Ай, мама! Ай, мама! У них еще тут бан был. Заворачивай! Прощай, Митя. Прощай. Давай. Товарищ командир, нельзя ли у вас патронов? Нам здесь хотя бы для начала. У нас самих, дорогой товарищ, патронов маловато. При немцах партизанил? Значит, знаешь, как добыть. Вполне пригоден для нашего полка. Ваш кабинет готов. Благодарю. Распорядитесь принести мне вещи. Эй, дядя, ну! Оглохли, что ли? Это что еще здесь за чучело? Ну? Что тебе здесь надо? Сережа, иди сюда. Пусть пан полковник не сердится. Он только хотел взять свои рисунки. Поляк? Да. Из какой местности? Из-под Львова. Что? Выходит, и беженец? Да. Ну, как теперь ты сможешь домой возвратить?
У меня там нет дома. Где же мы теперь будем жить, пан полковник? Это уже не мое дело. О чем он говорил? За на родину. Так я туда и поеду. Вы что здесь? Плянь скорее. Давай, давай. Филька, забирай вещи. Ну так ты знал, завожи. А ну, здорово. Добро пожаловать. Ну, здравствуй, голубчик, здравствуй. Ну, вот мы и дома. Я хотела поговорить с вами. Неужели вы выбросите детей на улицу? Ич, гимназисты какие! У меня вчера разве не грибанули муки полную бричку? Хорошо, что назад вырвал. Босячья! Распустила коммуния. Такие хоромы. На все готовенькое. А в батраки? Что, не нравится? Что же молчите? Молчат. Недовольны. Ступайте. Чтобы завтра мужички мне все вернули. На зернышко. Я с ними расплачусь. За все расплачусь. Прошу вас. Убрать их. Пошли. Ребята! Девайся это раскладывай! Все равно завтра выгонят! И на тебя только позволит! Мы пойдем! Мы все командиры. Пан Соль, развяжите им языки. Может, она поможет? Чем она поможет? Только разволнуется. Ведут!
побежал. Теперь вас здесь никто не найдет. Во дворе искать не буду. Верхом поскакали. Еще кто убежал? Еще один. Я слышал, как поляки ругались. Что, больно? Где? Ой, смотри. Ого. Так как из вас вся кровь удерет. Нас утром. Вот дела. Меня губит. Это моя родненькая. Она ничего не брала. А где же наши коровы? Веди! Я не брала, давай, не брала. Следующий. Это моя родненькая. Три, что вы сдали? Эту. Вот
там Митька и Стасика? Их все еще нет. Ничего, они вернутся. Трогай, ну... поехали. Ребята, не отставайте. Подождите! Сидмира, подождите! Это что еще? Кто позволил? Это наши кролики, мы их сами кормили. Сами? Не да, это наши. И хитрый какой. Фура! На ты! Ну! Мить, тебе не страшно? А как же дядя командир без нас будет? Идем. Над кое Иван за пользование валами штраф 500 гривен. Вряд ли он заплатит. Отработает на бураках. Следующий. Добрый день. А вам чего? Мы к вам заниматься. Вот как. Много мне тут наработаете. Гони их за ворота. Я вижу, мы хорошо работаем. Верховоды. Так то ж совсем не мы. Вот увидите, как работать будем. А почему это вам именно ко мне захотелось? Вы-то не знаете. Потому что вы настоящий парень, не то, что те. А, польский хлоп умеет уважать свое парень. Примите, мы будем хорошо работать. Примите, вот посмотрите, мы дома, и мы дома, и по хозяйству, и мы шагни упали. Что он сама застал? Уродец такой. Присмотри-ка за этим говорливым. Есть. Прими, ребят, разбросник этот я пьет. Поля, такую землю и так варварски засеяли. Прошу вас. Без присмотра, без обработки. Ужас. Ужас. Пулеметчик. Халуй, пан. Вот кто ты. Куда пошли? Эх ты, казак. Хлестнул бы я кнутом хорошенько. Садись. Поезжай. Ври больше, чтоб Митька и выдумает такое. Не веришь? Вот чтоб мне с места не сойти. И Стаска там. Ребята, что же это? Вот тебе никто. А еще Красную Армию. Ленту красную нацепил. Ну, погоди. Адамка! Скорей! Скорей! Рыдемахи у вас! Где? В хате, скорей! Ребята! Срочно! Скорей, скорей! Ай! Пустите! Отец! Отец! Куда вы его тянете? Пьют за богами.
хозяйка пришла. Что ж у вас дома никого нет? А дверь открыта. Где отец? Нам кузницу нужно. Ну чего же ты глупая, не бойся. Отродье. И всегда не забывай. Чего ты радуешься, дурной? На, дядя Гриша. Еще есть, на. Еще. Собирай скорее. Голова отвалилась. Вставь ее. Он некрасиво будет. Чего, сойдет? Разрешите поднять этот бокал? Что? Черт возьми! Что случилось? Эшелон с хлебом разбили в щепы. Сами появились в лесу. Целый поезд под откос. Пустили. Нужно сообщить дяде Грише. Добрый вечер. Здорово, ребята. Ну, дела. Партизаны в лесу объявились. Ну. А Шимон один уже к черту. Шапчики такой тарарам подняли. Мы с Митькой тоже. Шелочек у них перехватили.
Зря это, ребята. Хотите, чтобы вас поймали? Вам, дядя, поправляться надо. И поскорей. Теперь уже есть куда вас выхватить отсюда. Партизанам. Партизанам, говоришь? Нога. Ничего, заживет. Вы только ешьте побольше. Ну, а пока заживет, нужно, ребятки, и здесь недаром просидеть. Если бы к партизанам, а то что здесь? Здесь, под самым носом у штаба? Ого! А ты говоришь, что мы здесь? Мы тоже здесь, ребята, как в разведке. Нужно остро ухо держать. И только узнаете, что сейчас же к партизанам. А как же к ним? Нужно найти. Вот вам и будет боевая задача. Взрослых на деревне никого не знаете? Чтоб свой человек. Дядя Иван, а Янки у нас нет. Он здесь в кузнице работает. К нему-то и нужно найти дорогу. Да мы сами. Подумаешь, задачу. Я все своих ребят на ноги поставлю. Ну, ребята, бросай все, боевая задача. Лоб, знаете что, не иду с вами, если такое дело, боевая задача. Ну? Ну да. Пойду и себе в халуи к пану. Да вот только не знаю, какая цена. О, подходящие харчи, а в придачу и тарелки после пана Велизовать. Спросил у него. Ты что сказал? Это ты у Гайдамака научился за грудки хватать? Может, я хочу знать, сколько мне еще лет жить осталось. Ну и чудной вы, дед.
И конь у вас чудернацкий. Чудной, так смейся. Да я вижу тебе не до смеху. В каком это ты бою побывал? В каком там бою? Это я только в разведке. Диду, а скажите, можно с вами по правде? По правде? А чего ж нельзя? Как бы мне партизан найти? Партизан? А зачем тебе партизаны? Да так. Нужно. Хочу поступить к ним. Вот оно что. Нет, не знаю. Да и кто их знает? Они как ветер, они везде. Да и партизан из тебя неважный. Неважный? Хотел бы видеть, какой это вы были в мои лета. Ворон гоняли. Да. Бывало всякое. Оно-то и видно. Вот так отчитал. Ну, эти уже не дадут себе в кашу наплевать. Здорово, отец. Берегись, сынок. Но. Брось горевать. Давай скорее кончим работу и двинем на село. Наверное, допытаемся. Пойди спроси. Я уже пробовал. В лес надо идти. Искать, пока не найдем. И шурбов, фонаря. Хлопцы, скорей! Знай! Знай! Ты не сам в партизанском отряде, а про командира сказал. Ну, конечно, ухо набрадовался, сказал, ну и молодцы же мы. Потом на гребле встретимся, там во всем все уговоримся. Мы им еще такой нос покажем. Thank you.
Чудеса! Хотя распорядитесь отвезти в конюшню. Ага. Ну, милый, поехали. Вылетай. Может быть, вспомнишь, где они? Давай еще! Господин! Это невероятно. Красный сделает это. Каким образом? Да, господин полковник, к сожалению, это прискорб для Испании. Что он сказал? Красный сделает белый церковь. Последним главного штаба дивизия красных намерена ночью форсировать реку Хуторобран. Завтра захватить станцию Калиновку и тем самым закрыть нам единственный путь к отступлению. Это невозможно! Ведь это мешок для целой армии. Да, господин полковник, действительно мешок. Красные заняли белую церковь. Значит, линия фронта наших продвинулась вот так. Теперь говоришь, наши хотят пробраться к хутору Бродки. И захватить Калиновку. И захватить Калиновку. Пан полковник не ошибся. Это настоящий мешок. Вы понимаете, ребятки, что это значит? Амба поляка! Но они где-то, Гриша, будут защищаться? Конечно! Вот что, ребята, наша задача, не знаю, как вам объяснить, чтобы понятно было. Да мы все понимаем. Вот если сбить этот дивизион, у поляков не будет защиты. Это должны сделать партизаны. Тогда красные войска свободно переправятся, и полякам крышка.
сарай к морозу никак нельзя. Кругом часовые. Мы уже думали, а с голове тесто стало. С ребятами говорил? Не договорились. Вот посмотрите. Кто это тебя? Дядя Гриша, какие мы им халуи? Мы ведь у пана нарочно. Это Василька все со своими. Ну ничего, мы им еще таких частей зададим. Вот Тина, за что? Ведь они не знали, что мы нарочно. Но вы ведь сказали, чтобы никому. Правильно. И не нужно было. А вот теперь ребята-то выходят крепко свои. Что ты на это, Митя? Я к ним не пойду. Пойдешь, если нужно будет. Да навряд ли они знают, что. Вот солянкой попробуй. Понял, Митя? Понял, дядя Гриша. Говори, что ты знаешь про отца? Садись. Хочешь завтра увидеться с ним? Хочу. Ну так что? Скажи, где он сейчас и как его можно найти? Пусти, хоть дурной да хитрый. Сиди, сама дура. Это не мне, а командиру нужно. Какому командиру? Какому? А ты никому не скажешь? Ну смотри. Еще и теперь не веришь? Нет, пока сама не увижу. Вот морока мне с тобой. Как же я проведу тебя среди белого дня? Зачем сюда? Полезай обратно. Тебе жалко, хозяин какой. Катай, катай. Вот постой, постой, мы тебе еще фонари наставим. Халабуди. Ну и ребята, могли лучше устроить. Ты бы лучше устроила.
Ты, Алянка, ребят не упрекай. Если бы не они... Дядя, а вы большевик? Вот нашла время для расспросов. Большевик. И мой отец большевик. А где же он? Я не знаю. Как? Так зачем же я привел тебя туда-сюда? А разве я сказала, что знаю где? К ним только через деда можно. А где же этот дед? А, где вы были раньше? Тетя Нина сегодня утром ушла к нему. Это далеко, но ничего, я покажу дорогу. Петя, Петя, водичку. А, какой ты грязный. Сейчас мы тебя помоем. Носик, носик, вот так носик. И лапки тоже. А, куда? Остальное расскажешь сам. Ну, ребята, час добрый. Тревога. Только и знаете гонять по целым дням. Кони до сих пор не напоены. Где этот обормот? Я здесь. Ну, хлодари. Марш сейчас к лошадям. Я вам покажу. Я вам. О, Алянка. Ты зачем сюда? О, еще один. Молчи, дури. Дядя, а я вас знаю. Вы у нас были во дворе. Слушай, Сережа. Вот такой малый. Я за ним к окошку слышу шепот. Леша Бренко, давай твоих. За мной. Сказать, на лошадь показывать. Вот посмотри.
коню надо мною, вели коню дорогой. Вели коню дорогой. Дай, он же дед. Держи. На, я здесь останусь. Держай ты. Он доведет. Как догадается, бросай повод. Пугни его, пусть сам побежит. Стой, 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 не давай не возвращайся. Стой, стой, стой. Ну ты! Эту девочку знаешь? Знаю. Кто она такая? Кто? Аленка. А это кто? Один дядя. Кто же он такой? Хитрые какие. Един шипец сказал, что он большевик. Не шипайся, будто я сам не знаю, что говорить. Ну, так кто тебя посылал к нему? Никто. Я сама. А куда учителька ушла? Не знаю. А вот мальчик знает. Конечно, знаю. Ты картошкой. Стремочка купила. Сама сказала. Как ты узнала о нем? Ну? Как вы думаете, кто бы мог из дворовых? Как насчет ребят? Ребят? Я вот смотрю на девчонку. А дай-ка сюда Митьку. А ну, узнавай. Это не та, что Халуем назвала тебя тогда. А что? Может, не Халуй? Выследил все-таки. Ну да, Халуй. Жалко ему кроликов. Что? Идем! Погоди, погоди. Как ему это спрашивать? Постой, постой. Давай. Иди.
будьте готовы к эвакуации. Так значит, снова бежать? Не плачь, старая, живой он, живой. Ну чего ты беспокоишь? Отверни штанину, Соль. А может, лучше все мы подвернем? Мы все будем похожи. Все правые. И верно, давай. Нужно успеть до смены караула. Могут часовых добавить. Главное, чтоб пулемет не забрали. Добрый вечер! Проходи, проходи! Ну что ж, хлопцы, приказ ревкома. Приказ нужно выполнить. Трудно сейчас захватить мост. Это надо сделать. Готов, отряд. Есть. Петерва! Петерва! Стас? Дядя Иван, дядя командир, может быть, еще не поздно. Наступай! Давай скорее! Давай скорее!
Тома, Тома, Вина. Алло, Вина. Алло, Вина. Алло, Вина. Алло, Вина. Он не отвечает. Алло, Вина. Вина. Алло, Вина. Алло, господин полковник, эшелон остань. Начинайте погрузку. Слушаюсь. Алло. 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 Вина. Алло. Вина. Вина. Алло. Что делать с арестованными? Как? Разве вы их еще? Слушаюсь. Алло. Вина. 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 Алло. Алло. Вина. Вина. Пал полковник. Один. Сейчас не время разбираться. Слушаюсь. Thank you.
ребята, подходи. Ну вот и вернулись. Мы знали, что так будет. Дали. Давай. Ну, теперь заживете. Заживем. Ну что, Стась, немного легче? Легче. Выздоравливай. Видишь, вон, и ребята все тут дома. Вот точно, как ты в подвале об этом мечтал. Товарищ командир, пол подходит. Слышу, давай. Есть. А ну-ну, покажитесь. Никому не отдавай, я скоро поправлю. Только кликни, мы всегда готовы. Готовы. Ну, ребята, до свидания. Растите смелыми, отважными, до последней капли крови, преданными нашей Родине. Еще встретимся с вами. Будут еще бои. Будем мы с вами бороться со всеми врагами, которые только посмеют на нашу землю сунуться. Митька, едешь? А ты думала? Прощай, Митька. Прощай, Ляна, прощай. Эх, Лянка, и почему ты не с нами? Ничего.